Так. Что ништяк? Здорово всем, короче, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Костя. Для тех, кто совсем недавно к нам присоединился, а может быть даже впервые, вкратце расскажу. Мы тут, короче, строим дом и пытаемся делать это по максимуму своими руками. Ну и в процессе строительства, в общем-то, что-то изучаем, рассказываем, показываем вам. Периодически возникают такие ситуации, когда какой-то строительный материал, нужный или ненужный, ложится на одно место, а другое на другое место. И постепенно возникают такие какие-то очаги скопления разного рода стройматериалов, досок, каких-то, не знаю, железа, кирпичей там, я не знаю, да. Вот. И со временем это все начинает мешаться. Мы решили, что пора бы начать разгребать весь этот хлам. То, что нужно, мы оставим, то, что не нужно, мы выкинем. То, что нужно и должно пригодиться, мы там, не знаю, скажем, вот доски, да, очень много скопилось какого-то пиломатериала, который лежит на улице, и часть из него уже испортилась, поэтому нужно его попилить, там, сложить, и для того, чтобы в дальнейшем мы могли его использовать, например, в бане. Пойдемте, покажу немного. Короче, вот здесь какой-то шифер лежит, тоже нужно все убрать, выкинуть. Так это же я вам покажу, кстати, в ролике. Так что, поехали, смотрим. Остались остатки забора, который стоял вместо нового. У нас, кстати, новый забор, для тех, кто не в курсе. Малая куда-то поехала. Вот так вот он выглядит. Пролеты по 1,20 м. Ой, по 2,5 м. Боковые чуть побольше. Калитка, по-моему, 1,20 м шириной. Конструкция простая. Столбы железные залиты в бетон. Это просто обычный профнастил. Вроде уменьшается, работа движется. Какое-то накопилось куча дверей, их тоже надо распилить, выбросить. Вот эти столбики тоже распилить, выбросить. Потом прибрать вот этот угол, разобрать весь металлолом, скорее всего весь его сдать, вот это все убрать, здесь все прибрать. Потом здесь, кстати говоря, лежала тоже большая куча справа и большая куча слева дров. Не дров, а вернее досок. Тоже все это распилили. Какие более-менее доски нужны, вот оставили здесь толстые.
Частично доски я оставил на опалубку. На опалубку, когда будем делать отмостку вокруг дома. Также там была целая куча досок, лежало тоже все, что не нужно, распилили, убрали. К слову, вот этот дровяник мы только успели освободить, но опять-таки успели же его и заполнить. Ну ничего, зато будет много досок всяких разных для того, чтобы топить баню, париться, мыться, греться, кайфовать, короче говоря. Ну что, друзья, вот примерно вот так вот. Такая куча, которая была здесь, переместилась вот в такую вот кучу. Но уже готовую к использованию в печке. Ну что, друзья, как вам ролик? Надеюсь, понравился. Естественно, попрошу вас поставить лайк, поскольку для меня это очень важно. Таким скромным и маленьким каналом, как мой, далеко не просто продвигаться, поэтому если вы поставите лайк и напишите какой-то комментарий, подпишитесь на канал, это будет прямо очень мега круто, полезно. Спасибо за просмотр, пока.